Всем привет! Сегодня я подумал, а почему бы не снять видео об игре «Морской бой», которую я сделал самостоятельно, написав несложный код. Но это только часть этого. Мы можем заметить игру, которая будет запускаться. Вот так, нажимаем «Запуск». А здесь корабли противника строятся. Дальше у нас мы можем выбрать автоматическую настройку кораблей или сами поставить, вот допустим, вот. Я выбираю так. Вот, готово. Корабли расставлены верно. Ну, это такая вспомогательная табличка. Проект, что я сам сделал, написав код, большой. Ну, вот, допустим, ставим вот сюда. Вот, то есть я поразил этот корабль, и он у меня крестиком обозначился. Значит, я хожу еще раз. Вот, еще раз. Бабам. То есть все это пространство, он обозначает, что как бы все закончено. То есть тут нет кораблей. Дальше, допустим, мы вот берем вот на это. Все, обозначаем, и он у нас ставит кружочек. Нет, спасибо, не надо. Дальше. Мы ставим, он ставит. То есть он обозначает вокруг кружочками. То есть чтобы, что здесь нет кораблей. Допустим, вот. То есть сейчас мы убьем все их. Можно, конечно, сделать, чтобы ты не видел. Вот. Но я сделал такую. В принципе. И тут пишется, победил игрок. Вот тут вот. Победил игрок. Все-таки такая табличка. Мне кажется, я сделал нормальную игру. А как вам? Если нравится, поставьте лайк. С вами был Малай Паттер. Подписывайтесь. Всем пока.